Как сказать по-английски «я не могу дождаться увидеть тебя»? Всем привет, с вами Марина Киселева, и это урок «Минутка». Чтобы сказать о том, что вы не можете дождаться что-то сделать, тогда вы будете использовать такую фразу «I can't wait to». Допустим, увидеть тебя «I can't wait to see you». «I can't wait to see you». Can't wait. Can't wait. Или такая фраза. Я не могу дождаться познакомиться с твоими родителями. I can't wait to meet your parents. I can't wait to meet your parents. Can't wait to meet your wife. Can't wait to meet your wife. Или я не могу дождаться услышать это от тебя. I can't wait to hear it from you. I can't wait to hear it from you. Can't wait to hear it. Can't wait to hear it. Пожалуйста, напишите вашу фразу в комментариях под этим видео. Пока пишите, проговаривайте вслух. Это супер важно. That's it for today. Bye-bye.